Вот прошло 3 года, 2 года всего лишь прошло с момента того, как Алексей Константинович Талай приехал к нам в Донецк, познакомился с моими ребятами-дельфинами. И за это время уже более 3000 ребят смогли посетить Республику Беларусь. А что касается впечатлений детей, ну их невозможно передать, потому что они приезжают, верещат от счастья, уезжают, плачут. Поэтому здесь, конечно, огромная заслуга президента и всех, кто принимает наших детей у себя. Это прежде всего Алексей Константинович Талай и вся его команда, скажем так. То есть фамилии я не буду называть по той простой причине, что ребята наши, волшебники, как я их называю, сами не любят, чтобы назывались их фамилии, потому что все они работают с Алексеем Константиновичем, с его фондом, соответственно, благодарность прежде всего ему, еще и потому, что именно он открыл для меня и для моего этого большого проекта под названием «Беларусь» свою замечательную страну и республику. Естественно, он пошел к президенту, к Александру Григорьевичу. Естественно, здесь задействовано союзное государство. То есть работа ведется огромная. Но ведется она для того, чтобы в детских глазах было счастье, была радость, чтобы они также плакали, уезжая от радости, чтобы они забыли, что такое война. Вот буквально сегодня мои дети, тренируясь в центре города, попали под обстрел. Я думала, у меня сердце остановится, туда не успеваешь доехать, а доедешь, можешь туда же попасть вместе с ними. Поэтому мы живем как на вулкане. Никто из нас не знает, сможем ли мы завтра друг с другом общаться. К сожалению, это наши реалии. Но та возможность, которую нам дают наши братья белорусы, и Алексей Константинович, и его друзья, прежде всего президент вашей страны, да, но и простые граждане, которые несут просто какие-то элементарные вещи в фонд. Вы не представляете, какие-то коробочки. Открываешь от семьи, допустим, там Колодкиных, да, там и аспирин, там и носочки, там и записочка «Держитесь, родненькие». Понимаете, это настолько дорогого стоит, вот, что ну, для меня вообще тема Беларуси, я вот сегодня вот как раз в такой замечательной футболке, подаренной мне патриотами, ну, для меня тема Беларуси моя родная, потому что я выросла, все детство мое там прошло, я наполовину белоруска. А еще хотела бы, так сказать, и похвастаться, и погордиться. Мы буквально вот на днях вернулись с первенства Российской Федерации. Оно проходило в городе Дзержинск по плаванию паралимпийскому в Нижегородской области. Принимало там участие больше 200 спортсменов, включая Республику Беларусь. Чтобы вы понимали, как только я увидела белорусов, первым, что было, мы обнялись, расцеловались, конечно же, сразу привет Алексею Константиновичу передали. Ну и потом друг с другом на пьедестале встречались. Мы привезли 3 моих спортсмена, привезли 12 медалей разного образца. Это при полном отсутствии воды и при практической невозможности тренироваться. Но 2 из них буквально вот месяц назад вернулись с реабилитации, которая проходила в Острашицком городке. Понимаете, вот она взаимосвязь наша и Белоруссии. То есть ребята 8 лет работали над тем, чтобы начать побеждать. И вот мы поехали на реабилитацию, после этого приехали на первенство. И мальчишки привезли сюда 12 медалей разного образца. Для меня вообще Беларусь это сказка. Там не только для детей, там вообще для всех созданы условия, понимаете? Я смотрю на это все, и я отправляюсь родом в детство. Там вкусная еда, там шикарный свежий воздух. Идет вода из крана, эту воду можно пить, понимаете? То есть для меня это какая-то жемчужина на территории всей нашей огромной страны, которую так бережно хранит ваш президент, для того, чтобы люди до конца понимали ценность того, что они имеют. Что касается лагеря Дубрава, и не только. Ребят и в Минске, в Гомель возил фонд Алексея Константиновича Талая. Но условия более чем. Вот все дети, которые приезжали в Беларусь, все говорят, что в каких мы лагерях не были, это самый лучший. Но это уже говорит само за себя. Что касается Острашицкого городка, у меня мальчик, который не ходил, и очень страшные были прогнозы о его здоровье, Илюша Коновалов. Он пошел именно благодаря лечению в Острашицком городке.
Но одного из мальчишек, пловцов моих, у Ярика, зашевелился пальчик на ручке впервые там же после лечения. Девочка очень тяжелая, на которой врачи поставили крест, взяла ложку правильно, как все люди. То есть, понимаете, для меня Беларусь это как, ну, я не знаю, Беларусь это как, ну, это сказка, это счастье, это радость. Я туда еду как себе домой, понимаете? Когда я приезжаю в эту клинику в Острашевском городке, меня там встречают как дома. Мне говорят, как за мной соскучились, ждут моих детей, помнят всех по именам. Это очень дорогого стоит. Вот я вам расскажу сейчас историю свою собственную. Буквально вот мы сейчас побывали в Острашевском городке. В одной части здания жили мы со своими детишками, а в другой части здания жили детишки с мамочками Беларуси. Дети раззнакомились так, они так общались, они помогли нам подготовить флешмоб. Подготовили нам прощальный концерт. До сих пор мамы с детишками следят за нашими, за всеми, как мы живем, что мы делаем. Дзержинские каждый день переживали, как мы выступаем на голубых дорожках. То есть сказали, скажите, когда вы приедете, мы еще хотим приехать вместе с вами. Понимаете? То есть вот эта дружба мамочек, деток, она вот как раз вот осталась. Детки обменялись контактами. И теперь общаются по телеграмму, по скайпу, по ватсапу. То есть и растут вместе, рассказывают, кто где, у кого какие интересы. Вот такая вот тоже, да, интересная история про дружбу детей. Постоянные экскурсии. Мы ведь даже приняли участие в строительстве второго памятника «Живая память народа». Тоже монетки кидали с детишками. Были в музее Великой Отечественной войны. У нас было очень. Мы ездим и по монастырям, и в Жировичах мы были неоднократно, и с монахом Борисом уже даже подружились. У нас даже есть фотографии вообще. Это замечательный, на мой взгляд, вот человек и просто святой, который, ну, с которым пообщаться, если удастся кому-то за жизнь, то это уже, наверное, благость большая. Мы и в Полоцком монастыре были, и матушка игуменья к нам выходила и благословляла нас. И вот один мальчик, у которого прямое попадание было в дом, он дважды остался жив благодаря благословению именно игумена. Он именно с этим связывает свое спасение. Он пошел играть в соседний двор с мальчиком на гироскутере, который только что зарядил. И тут он показывает ноль зарядки. Он идет домой заряжать гироскутер, прилет, и мальчик, с которым он играл, погибает. Понимаете, вот. То есть это страшные вещи, в которых мы живем, но все, что связано у нас с Республикой Беларусь, это все, это как сказка, это как радость. Мы всегда приезжаем с подарками, со флешмобами, с подготовленными речевками, стихами, потому что мы едем к своим самым лучшим друзьям. А ну-ка в Дубраве и бассейн, и корты, и велотреки, и площадки волейбольные, баскетбольные, и чего там только нет, и там и цирк приезжает, и салют их провожает. В общем, детей окутывают такой атмосферой, что они просто не успевают даже понять, что это было, а тут уже надо уезжать домой, и все, они все в слезы, ну, пожалуйста, и столько писем, и столько отзывов. Вот буквально сегодня, опять же, я это связываю по воле Господней. Мне пишет девочка, вожатая Катя, которая была со мной в прошлом году осенью первую смену. И она начала свое обращение ко мне с таких слов. Нас так привечала, встречала Республика Беларусь, что я вот руководителю своему танцевального коллектива «Родничок» рассказала и о вас, и об Алексее Константиновиче, и о Беларуси. Нам так хочется приехать к вам на какой-нибудь танцевальный конкурс. Мы так хотим еще раз, хотя бы краешком, дотронуться до вашей культуры, показать то, на что мы способны, понимаете? То есть, если меня сейчас кто-то услышит, пожалуйста, возьмите наш танцевальный клуб «Родничок» на какой-нибудь ваш хореографический конкурс. Это говорит о чем? О том, что уезжая, каждый вывозит сердечки, частичку Беларуси. Ну вот, что касается самого Алексея Константиновича, да, вот я не перестаю удивляться силе этого человека. Я никогда в нем не вижу человека с ограниченными возможностями. Для меня это глыба, скала, который ради детей
реально горы готов свернуть. А дети же ведь чувствуют это. Они только из поезда высыпаются, и все сразу на него летят. А, Алексей Константинович, все приезжают, все уже знают, кому они едут, кто это, и благодаря кому это все, да. И, конечно же, вот мечта, я знаю, у каждого у них мечта попасть в президентский дворец. И я знаю, что рано или поздно чья-нибудь мечта осуществится. Им очень хочется познакомиться с Александром Григорьевичем, а мы-то с ним знакомы. Дельфины же на хоккее познакомились с Александром Григорьевичем. Я стою такая маленькая букашка рядом с таким огромным человеком. И у меня просто задушили слезы. И я на него смотрю, говорю, можно я вас просто обниму? Он меня так прижал под мышкой. И я думаю, боже мой, какая сила. Вот правда, в этом он настоящий человек. Неважно, в нем есть все. Он и пашет, он и сеет, он и в школах, он и там. Он знает абсолютно каждое направление в своем собственном родном доме. И этот дом он содержит на самом высшем уровне. Это мое понимание, потому что я, ну, очень я горжусь и дорожу тем, что я наполовину белорусская. Я очень надеюсь, дай Бог, чтобы ничего этому не помешало, что осенью Беларусь снова распахнет двери для наших ребят, как и детский лагерь Дубрава, так и Астрашидский городок. Мы на это очень надеемся и планируем, да, потому что в очереди у меня больше 1000 семей, которые стоят на реабилитацию. Ну, а что говорить об детях, просто детях, то война у нас, к сожалению, не заканчивается. Я буквально видела сводки по Горловке, там детки попали под обстрелы. В общем, это все очень страшно. И я бесконечно молюсь и благодарю вот именно наших братьев-белорусов за эту постоянную помощь и поддержку, потому что это дети, у них должно быть детство. И за эти 2 года детство подарили, я же уже повторюсь, да, более 3000 детишек со всех, из Донецкой Народной Республики, Луганской, Запорожья, Херсона. То есть охват, очень большой. При этом очень много гуманитарной помощи сюда передается. И в детские сады, и в больницы, и в нашу детскую травматологию. И ребята приезжают, тоже рискуя своими жизнями из фонда Талая, тоже привозя и тем, кто сейчас наши жизни защищает, и тем, кто сейчас попал в сложную ситуацию, и тем, кто живет на линии соприкосновения. То есть у нас идет постоянное взаимодействие. Вот как мы познакомились с Алексеем Константиновичем, так мы до сих пор и не расстаемся. Хотелось бы, конечно, встретиться в мирное, доброе, теплое время, как тогда, когда он к нам приезжал на десятилетие дельфинов. Но я очень уверена и знаю, и надеюсь, и молюсь о том, что этот момент наступит. И мы не только Алексея Константиновича, мы и белорусскую сборную пригласим к нам на соревнования. И воду нам дадут, и бассейн наш заработает, и мир у нас наступит.